В этом видео я расскажу про то, как я делаю татуировки в стиле леттеринг на примере аж трех работ. Сначала стояла задача придумать дизайн для двух людей с татуировками на заднюю часть шеи. Начинаю я обычно с поиска симметричных форм букв. В проклете, к сожалению, не сохранились эти самые поиски, они очень долгие. Остались только вот такие вот грубые решения. Ну, в общем, здесь и зашифрованы эти самые буквы. И их можно даже прочитать, если постараться. А вот здесь вот уже видно, как я отрисовал найденную форму, вот эту, в черный лайн. И обычно этого достаточно, и можно приступать к татуировке. Но в этот раз захотелось сделать что-то необычное и добавить цветное свечение в промежутке букв. Не видел, чтобы кто-то делал такое, так что так даже интереснее. И вот здесь вот уже видно, как я накинул цвет. И для контраста немного выбелил середину тут вот в теле букв. А для второго эскиза решил не прорисовывать буквы и оставить себе пространство для фрихенда, чтобы поэкспериментировать уже с финальным лайном прямо на коже. Сейчас мы поедем на студию делать интересную татуировку. Видно, что для первого проекта я использовал трансфер, потому что все заранее отрисовал и было лень фрихендить. Как по мне, так трансфер — это очень неудобная штука для леттеринга, потому что ограничивает движение и в конце сеанса сильно просвечивает даже на черных местах. Ну вот, о чем я и говорил, трансфер плохо оттерся. И даже на черных местах, вот сверху, видно его сильно. Как бы визуально утолщает линии. В целом, конечно, вышло неплохо, так что можно переходить ко второму проекту. Здесь уже будет фрихенд. Вот я просто маркерами разметил все симметричненько и начал прокрашивать. Вот что вышло по завершению второго проекта. Можно рассмотреть. И переходим к третьему проекту. Третий проект — это будет грудь. Сейчас я вам покажу разработку. Этот проект мы решили делать в монохроме, уже без света. Все так же нахожу какие-то симметричные решения для букв, заполняю какими-то флоришами, украшениями, декоративными элементами. Так как проект большой, решили делать вдвоем. Руслан предложил помочь сделать за сеанс. В этот раз опять пришлось прибегнуть к трансферу. Хоть это и неудобно, но необходимая вещь в данном случае. Переносили рисунок по частям, потому что грудь вогнутая поверхность,
И можно увидеть, что центр не сошелся, поэтому пришлось его вручную чуть отрисовать. Клиент готов, и мы готовы. Как для одного сеанса, так вышел вполне себе неплохой результат. По заживлению, может быть, потом что-нибудь подправим. Даже трансфер стерся. Все отлично. Всем пока.